Друзья, сэкономить 10 тысяч гривен на ровном месте, получить сертификат на любую покупку, либо на навесной, либо скидку на трактор. Также 3 годовых запаса масла в трансмиссии увидели для вашего мини-трактора. Только это эксклюзивно на мини-трактор Укр. Все, что нужно для этого, переходите по ссылке внизу. Есть детальное видео и инструкция. Также есть внизу ссылка на наш телеграм-канал, где все подробно записано. Мы собираем правдивые и честные отзывы от людей. Поучаствуйте в этой всей штуке. Помогите другим людям выбрать трактор и получите огромный скидку и колоссальную экономию на ваши покупки. Друзья, а теперь смотрите дальше обзор. Добрый день, дорогие друзья. Канал Минитрактор.Укр. Приветствуем всех. Сегодня у нас темой этого ролика есть слово такое Индокитай. Чё ты? Шучу. На самом деле на этом прицепе действительно китайский и индийский трактор. Они отправляются на доставку по областям Украины. Очередной заказ. Клиент уже ожидает технику. Мы видим, что Солис полноприводный на 26 лошадиных сил, в котором японский двигатель Mitsubishi и также японская коробка передач Yanmar. Так вот, отправляются, слава богу, своему покупателю. И давно всеми известный трактор Синтай 244, в котором 26 лошадиных сил. Трактор имеет 3 цилиндра, полный привод, блокировку дифференциала и колея, которая имеет возможность стать шире или несколько уже. Это бюджетный, самый бюджетный, давно всеми известный трактор, про который говорят 6 лет полет нормальный. Это Синтай 244 с мощным своим стандартным штатным бортовым передним мостом. Дорогие друзья, мы продаем технику из Китая, Индии, Японии и Кореи. Доставку осуществляем по всей Украине бесплатно. Звоните, заказывайте, а также ждите новую рубрику в нашем канале и следите за прямыми эфирами. Всем хорошего вечера, до свидания.